В Великую Субботу православные христиане были в предвкушении Пасхи. Приходили в храмы на молитву и исповедь, готовились ко святому причастию. У многих нашлось время и для более простых житейских забот. В этот день начиналось освящение пасхальной снеди. Обычно освящение куличей, пасок и раскрашенных яиц совершается так. Люди ставят свои приношения на особом столике в храме или на церковном дворе. Но в Петербурге, в Осиновой роще, все было по-другому. Осиновая роща – это уникальное место. Открытое небо, крест посередине – это будущий храм Василия Великого. Здесь еще нет церкви, но есть приход во главе с настоятелем, отцом Анатолием Першиным. Великую субботу здесь собрались прихожане, чтобы подготовиться к светлому празднику Христова Воскресения, помолиться, осветить пасхальные куличи и яйца. Батюшка, подойди не к нам. Приход дружный и многодетный. К празднику готовятся всей семьей. Детские куличи особые, с любовью. Для веры в Бога внешние обстоятельства не так важны. Несмотря на солнечный день, в Осиновой роще прохладно. Но для верующих все это несущественно. Они пришли молиться, ведь молитвы уходят прямо в небо. Христос, истинный Бог наш, молитвенный Пречистая Своя Матери, святители Василия Великого и всех святых, помилуйте, спасет нас, яко благ и человека, любим.